Как вообще проходит контроль и проверки общественников на транспорте? Ежемесячно у меня проходит заседание общественного совета. У меня есть квартальный план, и каждый член общественного совета расписан по районам города, за каждым маршрутом закреплен. И он отчитывается, представляет акты проверок. Я уже рассматриваю и принимаю решение, чтобы власти или управление дорожного хозяйства и транспорта их выполняли.